Кредиты и акции, деноминации, девальвации, вклады, платежные карты и прочая банковская терминология прочно и основательно вошли в жизнь каждого из нас, порой вводя в ступор, заставляя задуматься, как с этим разобраться. И ответы на эти вопросы иногда сам себе человек не может дать, помогают специалисты, банковские служащие. К сожалению, и это надо признать, мы не слишком грамотны в финансовом плане. А вот повышение финансовой компетенции сегодня может принести свои плоды уже завтра. Особенно это касается молодежи, об этом говорили. На открытии Олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся Ленинского района представители 3 ведущих белорусских банков. Мы работаем и с молодежью, и со студентами, и со школьниками, мы работаем и с пенсионерами, мы работаем и с обычным человеком, который приходит к нам. И мы посещаем предприятия и работаем, и рассказываем, как надо пользоваться инструментами финансовыми для того, чтобы правильно, грамотно распоряжаться своими денежными средствами. На сегодняшний день Беларусьбанк – самый крупный банк в Республике Беларусь. И мы нуждаемся в новых кадрах, новых студентах, новых людях, которые придут с учреждений. И мы каждый раз, каждый год набираем людей таких молодых, поэтому мы в первую очередь заинтересованы, потому что мы самый крупный и самый большой потребитель таких кадров. Собравшиеся в средней школе номер 20 юноши и девушки действительно видят себя в будущем представителями финансовых предприятий, а потому участие в Олимпиаде – это шанс, который просто нужно использовать. Если хочешь изменить мир, начни с себя. Организация испытаний весьма строгая, все как на экзамене. Бланки с вопросами, черновики, на столах лишь то, что раздали, да ручки с карандашами. Но молодые люди мотивированные, самое главное – основательно грамотны. Мне очень интересна тема финансов. Я бы хотела связать свою жизнь с экономикой. И, возможно, участие в этой Олимпиаде даст мне в будущем какие-нибудь шансы. Да. Я считаю, что нужно вводить в школах обязательное финансовое образование, чтобы дети с самых малых лет учились тому, как правильно распоряжаться финансами. Насколько актуальна тема финансов, финансовой грамотности сегодня в современном обществе? Я считаю, что это достаточно актуально, потому что финансы всегда имеют место быть, и это один из важнейших атрибутов современности. Вы хотите победить? Как оцениваете свои шансы на победу? Не знаю. Может, процентов 60. Ну, мне интересна тема финансов, поэтому уже, возможно, я свяжусь с жизнью, мне было бы интересно попробовать именно себя в этой сфере уже на таком раннем этапе. В школе я занималась финансовой грамотностью с моей учительницей по математике, мне очень нравилась эта тема, поэтому, перейдя учиться в другое учебное заведение, я тоже продолжила этим заниматься. Задание посмотрели, сложновато или как? Пока что не очень сложно. Есть шанс победить? Да. Несложные задания Олимпиады для лиц некомпетентных, а не таких умников, достаточно заковыристые, отвечали на вопросы, касающиеся личных финансов и особенностях банковской системы, рассчитывали проценты по кредитам, инвестировали, вкладывали, кредитовали. За один час ответили на все вопросы. Чувствуется уровень подготовки, и это неудивительно. В школах есть факультативы, и даже в программе по истории имеется раздел «Финансовая грамотность». В наших учреждениях образование организованы факультативные занятия, которые они могут посещать, чтобы повышать свою финансовую грамотность. В разных учреждениях организовано объединение по интересам. То есть мы работу над этим, конечно же, ведем. Этот конкурс – это очень хорошая профориентационная работа. Ребята настроены на участие в этом конкурсе. Они могут проявить свои знания, которые получили в школе, попробовать себя углубить и расширить те познания, которые касаются финансов, применить их в своей повседневной практической жизни. И даже если в будущем они не выбирают профессию экономиста или банковского работника, то в обычной повседневной жизни эти знания им, конечно же, пригодятся. В последнее время та работа, которая проводится банками по просвещению широких слоев населения, она, безусловно, заметна. Вы сами видите, мы
постепенно узнаем абсолютно новые для нас термины, абсолютно новые технологии. И вместе, скажем так, с более молодым поколением, старшее поколение тоже подтягивает эти знания, и здесь уже получается обратный процесс. Молодежь обучает более взрослых своих бабушек и дедушек. Совершенно верно. То есть здесь огромную роль играют, конечно же, банки, которые этим занимаются. Особенно Национальный банк Республики Беларусь, информационный портал, интернет-сайт fingramota.by, который работает уже не первый год. Исчерпывающая информация по всем вопросам касаемо финансовой грамотности. Конечно. После объявления результатов ребятам-победителям вручат подарки. Лучше представить свои школы на областном этапе Олимпиады. Но останавливаться на этом не стоит. Любые знания устаревают, даже курсы валют меняются каждый день. А потому повышение финансовой грамотности – процесс постоянный.